3 сентября, день прощания, день, когда горят костры рябин. Третье сентября, 8 часов вечера. Сейчас, минуту назад, я узнал о том, что не стала мама Юры, Мария Кузьминична Клинских. Очень сложно сейчас что-то сказать, потому что это женщина, которая стала мне действительно родным человеком в жизни, и стала достаточно давно, это в 2001 году мы познакомились, это уже прошло практически 16 лет. Много всего было с тех пор. Очень часто я был в Воронеже, очень часто ночевал у родителей Юры. Уже много лет прошло с тех пор, как умер Николай Митрофанович, а мне, если честно, до сих пор даже не верится, что его уже нету. После смерти Митрофановича, по-моему, 2 раза всего я был Марии Кузьминичной. По телефону последний раз тоже уже давненько с ней говорил. Это было после смерти моей мамы, которая умерла 4 июля 2013 года. Мы тогда еще с Марией Кузьминичной долго обсуждали это трагическое совпадение, что это было совпадение, не совпадение. Этого жизни меня закрутилось. Не лучшие события происходили, скажем так. Началась война в моем родном городе. С тех пор Марию Кузьминичну я больше не слышал. То есть практически уже 4 года я не звонил. Хотя этот телефон я помню даже наизусть. Единственное, что код сменился. Код города Воронежа. Я его не знал, новый. И вот в этом году я все хотел позвонить на 4 июля, на 27. И в силу разных обстоятельств я так хотел поговорить с Марией Кузьминичной. Меня очень, очень задело. Я просто плакал, когда смотрел сюжет вот этот с телевизора, который вышел несколько месяцев назад. И тут как раз Мария Кузьминична сидела и показывала альбом с фотками, там фотки наши, как мы с Николаем Митрофановичем ходили к Юре на кладбище. Мария Кузьминична Клинских живет совсем бедно. Из еды может позволить себе только самое необходимое. Был бы жив сын, о деньгах она бы и не думала, но лидера сектора газа не стало 16 лет назад. И про нее быстро забыли. И невестка с внучками, и толпы фанатов. Живет все на том же левом берегу, район Воронежа, который из-за обилия вредных предприятий в 80-х здесь прозвали сектором газа. Мне так стало обидно, так жаль. Всегда смотрел все передачи. Смотрел, как меняются те, кто живет с Марией Кузьминичной в квартире. Боже, ты настолько был святой человек, ты настолько была добрая женщина, добродушная, как она ко всем относилась. Ребят, я обязательно сделаю еще, запишу потом много всего видео, сниму с воспоминаниями, как ездил я, как гостил постоянно. Как Марии Кузьминичной что-нибудь. Блин, я не могу в это все поверить. Самое обидное, что завтра я никак не смогу быть в Воронеже. Вечная память, Царство Небесное. Спасибо за Юру. Теперь Юра с Митрофановичем. Теперь Юра со своими родителями там. Там и Вадик. Там и Игорь Никеев. Там и Вадим Глухов. Вася Черных. Боже, как в это все сложно поверить. Больше 15 лет действительно Мария Кузьминична была мне родным человеком. Я всегда знал, что вот даже если там несколько лет я не приезжаю там или не звоню, то есть я всегда знал, что всегда она рада будет меня услышать, увидеть, всегда примет с радостью.
Боже, как бы я хотел, чтобы это все было неправда сейчас. Молодая, а я вот как я. А я как я. Так, все готовы? Ага. Но... Так, а Юрику тут что приготовили? Упомянули. Ну, Коль. Таня, принеси мне колбасочки. Это, Юрику вон. Так, вот уже есть. А что, хлебик? Вон там, сервантик хлебик. Подавайте хлеб сюда, пойдем. Кастрюльки там, да? Хлеб разложите. Дай ему сейчас. Дай, Коль. Нет, только с салом, с мясом. Все понятно, здесь мясо много. Берите хлеб, подкажем, поможешь. Ну, моя сына, чтобы это не приехала. Да, своими ребятами. Ну, моя девочка. Хлебушка. Да, хлебушка обязательно. Пиши. Ну, моя ладка. Бери хлебушка. Закуси, выпей, закуси. Куда туда так? Просто, господи. Да возьмите. Берите сразу. Возьмите сразу. Берите сразу туда. Какую именно, чтобы подошла Мария Кузьмина? Семиструнку. Семиструнку. Ну, вот такая вот, обыкновенная. Вот, а, хорошо, хорошо. Семиструнку. Не знаю, они сейчас есть. Да, я думаю, что найдем. Да, ну а что, не дефицит, что ли? Ну, найдем. Ну, поищем. Да, расстроимся. А вы строить умеете их или умеете тоже? Ух, ну вообще класс. Жек, а есть семиструнные гитары в Донецке? Есть? Спасибо. Ой, Васильки, Васильки, сколько вас выросло в поле. Ну да, ее наста. Она старая уже, она тут и струны нету. И одна налаживает. Когда налаживает? Потом. Потом. 3 сентября. День прощания. День, когда горят костры.